У нас еще есть один момент технический, который нужно правильно сыграть. Вот здесь, да? Ты немножко играешь, как опускаешь кисть вниз, и у тебя вот такая дуга по низу идет. А тебе нужно дуга по верху. То есть кисть не по низу идет и не плоско падает пятый пальчик, а наоборот сверху. Давай сыграй, пожалуйста, вот место там, где тебе нужно играть вот этот вниз прыжок. Вот это лучше, молодец, хорошо. Дальше, дальше играем. Все через верх, все через верх. Молодец, сверху. И теперь тоже сверху, все сверху, сверху. Не бойся, да, прыгать, прыжки. Опять через верх. Вот, молодец, да. Больше, больше кисти. Немножко сейчас опять упала рука. Молодец. И опять через верх. Да, вот хотела показать, чтобы было не вот так, как у тебя было вот раньше, да? Вот хотела показать. Вот так как-то ты опускаешь руку, да? Здесь всегда через верх, да, прыгаешь через верх и с локтем помогаешь.